Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия и я Вика. Вот такой вот у меня сегодня видеообзор. У меня, к сожалению, таких возможностей, как у вас, нет по поводу покупки ниток. И мне пришлось, другой возможности я не вижу, мне пришлось заказать с Алиэкспресс. Я не призываю вас покупать, это, скорее всего, способ от безысходности. Я просто хочу вам показать и послушать ваших советов, потому что, я так предполагаю, вы эту пряжу уже пробовали. Потому что там у тех продавцов, которых я заказала, очень много отзывов девчонок из России. Не знаю, как к вам. Ко мне дошло очень быстро, буквально за 2 недели, и отсылалась из Бельгии. Что очень удобно, потому что, я так поняла, у них склады по всему миру, и не нужно ждать 2 месяца вот из Китая пересылки, непонятно сколько времени, и непонятно, где оно болтается, да? То есть, я так понимаю, что в России у них склад тоже есть, потому что отзывы очень хорошие у этих продавцов. Я основывалась на ваши отзывы. И вот самая первая посылка, конечно, в описании. Черт ногу сломит. И длинношерстый соболь, и шерсть, прямая ткань, рука вязать, грубая норка, ткацкая юбка, ну, в общем, не знаю. В общем, смотрим, что здесь у меня. Стоит недорого. Стоит в долларах. Вот здесь вот 100 граммов. Цвет мне нравится. У меня куртка хаки цвета. И вот это подойдет как раз. Вот из этого я сделаю однозначно шапку. А ну пишите, девчонки, пишите, кто вязал из нее. И кто знает, какая она. Судя по всему, вот перейдите по ссылочке, посмотрите. Она должна быть очень пушистая. Все это мы проверим потом в процессе, когда я буду вязать уже шапку. Все вам буду показывать. Но я так думаю, что вы об этой пряже знаете больше, чем я. Вот, поэтому я ее откладываю. Это первый. Одну я заказала. Вот, доставка везде бесплатная, очень удобно, очень быстро. Это для таких, как я, которые не имеют возможности купить. Ой, ой, как мне нравится. Так, это у меня, сейчас буду показывать, стоит вот этот набор 17 долларов, но он из 5 мотков. Ой, ой, какая классная, боже, как я давно не вязала из таких классных ниток. Кто это? Это, я так понимаю, пухнорки или кто? Или кто? Так, 5 штучек вот этих катушек, которые ввязываются, да, и 5 мотков. Вот это, девчонки, заявляю, со всей ответственностью буду вязать джемпер от Brunello Cucinelli, вот этот серый, который с косой, интересно, и с дырками. Вот, вот именно эту пряжу я на него заказала, молчала, ничего вам не говорила. Вот, после этого обзора, все-таки благодаря вашим комментариям я решилась именно не на розовый, а на вот этот вот джемпер серый. Вот. И вот из такой вот теплой пряжи я его буду вязать. Вот эти все 5 мотков стоят 17 долларов не без доставки. То есть доставка бесплатна просто за пряжу. И я считаю... Посмотрим. Девчонки, пишите, пожалуйста, пишите, кто имеет опыт работы с этой пряжей. Вот, я с удовольствием почитаю, все приму к сведению. Я все ваши комментарии принимаю, если вы не заметили, все учитывая ваши комментарии. Вот, я ее откладываю, сейчас поработаю над узорами и буду вязать этот джемперочек, он обязательно будет. Вот, это третья. Еще пройдите по ссылке, почитайте отзывы. Кто не знает, кто знает, пишите в комментариях. Так, и третья. Вот здесь вот мне не нравится цвет. Смотрите, вот эта тонюсенькая пряжа. Так, дополнение. Это я что-то не туда посмотрела. Я посмотрела на вот эту вот пряжу, девчонки. Не туда посмотрела. Вот она. Это кашемировая мягкая бархатная пряжа для ручного вязания. Ну, а цена та же самая. Так что в цене я не ошиблась. Выглядит она потрясающе, конечно, здесь. Вот этот джемпер, который я говорила, я буду из... Она пушистая. Ну, вот отзывы очень хорошие у этой пряжи. Прям очень хорошие. Поэтому я думаю, что с этой я не прогадала. Вот сомнения у меня... Вот это на шапку тоже, я думаю, нормальные. Не я думаю, я так по ощущениям. А вот, смотрите, вот эти вот.
150 граммов мне положили 2 мотка. Шерстяная махеровая пряжа 1000 метров. В общем, вот это 7, набор. То есть вот эти два мотка, это есть набор. Только я не могу понять, 550 грамм в целом, 1000 метров всего или в одном мотке, тоже непонятно. Но пряжа очень тонюсенькая, ну очень тонюсенькая. Я так поняла, это та, которую девчонки сматывают и в 10 сложений. И да, она достаточно пушистая, я думаю, будет красть. Ой, какая она воздушная. Вот из нее вяжут эти паутинки. И цена тоже $17, девчонки, за вот эту, за вот эти два мотка. Так тут получится два джемпера. Получается вообще дешево. Как по мне, очень дешево. И тоже 5 звезд у продавца. Тоже все быстро. Разные продавцы. Вот, девчонки, такой вот обзор. Не знаю, что вы мне скажете по этому поводу. Вот скажите мне что-то, напишите обязательно, потому что мне интересно. Вот действительно, мне очень интересно, что вы скажете, и кто пробовал, и у кого какой опыт с этой пряжей. Я думаю, зрители тоже с удовольствием прочитают все, как бы, ваши мнения. Я хочу сделать фотографию на превьюшку. Вот таким вот образом. Вот свяжу себе очень скоро. Первое, что сделаю, сделаю шапку. 100 грамм пряжи мне, я думаю, мне хватит. Это не уверена, что мне хватит. Вот. Вот это еще буду думать. А вот это вот джемпер от Brunello Cucinelli. Прям аж у меня аж чешутся руки. Вот правда, чешутся руки его связать. Значит, тут пряжи хватило, еще не знаю, надо будет. И я думаю, будет тепленький. Вот, кстати, благодаря вашим комментариям до меня это дошло, что там писала девушка, что он зимой будет теплый, этот джемпер. Говорил о том, что дырки для зимы не годятся, но девушка написала, что если пряжа теплая, то очень будет даже теплый. Вот поэтому я на него и заказала эту пряжу. Все, девчонки, на сегодня все. Я надеюсь, я там не сильно растянула, потому что не было у меня в планах растягивать как бы сильно этот обзор. Вот, пройдите по ссылкам, почитайте, посмотрите. Напишите обязательно ваши выводы, ваши мнения, ваши, если вы пробовали, ваши, как бы, ваш опыт, если вы пробовали. Вот, я все прочитаю, и девчонки, уверенно, будут тоже читать. Все, а на сегодня все. С вами была Вика из Школы Рукоделия. Всем пока-пока.